Ох, Настя, согласись, как многообразен мир творчества. Вот, к примеру, Ее Величество Мода. Еще древние мудрецы утверждали, что одна из характерных способностей, которая делает человека человеком, это стремление хорошо выглядеть и хорошо одеваться. И, между прочим, в средние века во время показа мод объявлялось перемирие во время войны. Вы знаете, Антон, над модой можно смеяться. Ну, я с тобой соглашусь в том, что моде можно слепо следовать, можно ее игнорировать, но абсолютно точно она делает наш мир сказочно чудесным. И каждый может почувствовать себя в этом мире моды немного художником. На сцене Арина Абдрахимова с песней «Появили девки моду». Проявили девки моду вечерами на зимводу, ай-ля-ли, ля-ли, вечерами на зимводу. А как сумерки пришли, девки по воду пошли, ай-ля-ли, ля-ли, девки по воду пошли. Молодая, молодая, не ходи мимо сада, ай-ля-ли, ля-ли, не ходи мимо сада, не ходи мимо сада, не прокладывай следа, ай-ля-ли, ля-ли, не прокладывай следа. Путь дорожку не тари, худу славу не клади, ай-ля-ли, ля-ли, худу славу не клади. Худо славушка пройдет, никто замуж не возьмет, ай-ля-ли, ля-ли, никто замуж не возьмет. Проявили девки моду вечерами на зимводу, ай-ля-ли, ля-ли, вечерами на зимводу, ай-ля-ли, ля-ли, вечерами на зимводу. Арина Абдрахимова, руководитель Анна Борщевская, город Оренбург. Ваши аплодисменты, дорогие друзья.